А перед просмотром ролика советую заглянуть в паблик Снейки. Здесь вы можете найти кучу крутых артов на разные тематики и заказать себе крутой портрет в одной из стилистик. Или кому-то в подарок, естественно. А скоро будут доступны футболки с принтами от Снейки. Ссылка в описании. Дебби, ты просто псих. Выбирай все, что хочешь, окей? О, я знаю. Да. О, да. Шлюшь ее бойня 5. Дращи кунг-фу грудки. Котята убивают 1, 2 и 3. У нее день рождения. Каждый магазин игр такой. Зачем вообще продавать айподы, старые приставки и старые вещи в игровом магазине? Ну, до нас дошло, что можно заработать больше денег и исправить то, с чем когда-либо ты игрался. Йоу, а как эта игра называется? Этот сэр называется Blender. У него есть мультиплеер? Да. Каждая дешевая игра такая. Здравствуйте, я хочу продать мою редкую копию «Легенда о Зельде Окарина времени». Что? Я вам $2 дам за него. Ладно. Я могу вас ее купить? А, да. Она стоит $5000. $5000? Окей. 1, 2. Здравствуйте, я хотел бы потратить $2000, чтобы получить от 1 до 20% своей игры. Хорошо, одна игра? Да, и пожалуйста, не пытайтесь мне продавать что-либо еще. Я хочу сразу быть перестрахованным. Я беру одну игру. Я тебя понял, мучача. Но... как насчет купить дополнительный контент для этой игры? А как это работает? Вы покупаете вот эту карточку, приходите домой, заходите в интернет, скачиваете его, а потом играете в дополнительный контент. Я не могу тогда просто прийти домой и купить его онлайн. Да, но у вас не будет этой классной карточки. А тут будет купить дешевле? Нет. А дадут дополнительный контент, если куплю на карточке? Да нет. Бесполезен ли тогда игровой магазин, если я могу прийти домой и скачать игру онлайн и не общаться с таким назойливым человеком, как ты? Да. Что за машины силы? Отстаньте от меня. Чем могу вам помочь? Я могу поговорить с другим сотрудником. Зачем? Я просто хотел поговорить с кем-то, у кого чуть-чуть больше знаний по играм. Поверьте мне, сэр, у меня достаточно знаний по играм. Кто выпускает Assassin's Creed? Ubisoft? Хорошо, в Окарине времени. Кто мудрец света? Рару. Хирстоу, эпическая карта заклинания магов. Spellbinder Token. Хорошо, да. Вы можете мне помочь, это великолепно. Так чем могу вам помочь? У вас есть новый Call of Duty? У тебя диск поцарапан. Просто протри его водой и туалетной бумагой. Call of Destiny 3. Сегодня релиз. Вот оно. То, ради чего мы здесь, то, ради чего мы это делаем. Быть посредником в продаже комьюнити игры. Это так круто. Ладно. Пора. Полночь наступила! Стойте! Стойте! Ребят, вы куда? Здесь же новая игра! Мы ее уже скачали онлайн. Что? А зачем вы тогда пришли сюда? А, ну, типа, мы же комьюнити. Знаете, там социальная активность. Ночкой можно пользоваться снаряжением для кемпинга. Единственная ночка, мама разрешает мне после 10 остаться где-то. Ну, поняли. До свидания. Черт, потеришь! Я еще и оккультуриваюсь. Не может быть. Взгляните. Покупатель приближается. Добро пожаловать в магазин игр. Чем мы можем вам помочь? Можно, пожалуйста, воспользоваться вашим туалетом? У нас его нет. Нам реально нужен туалет. Куда вы, ребят, ходите? Зоомагазин по соседству. Каждый магазин игр такой. А каждый магазин и каждый Apple Store прям по ссылке на этом видео. Ага.